слава Богу, что здесь появился очень мощный, нормальный лидер в лице Азербайджана. Вы способны контролировать Кавказский регион. Это уже не только ответственность за Азербайджан. Вы уже в целом отвечаете за ситуацию на Кавказе, на что мы очень надеемся, те, кто не живут, народы на Кавказе, поэтому это дополнительная нагрузка на вас, хотя и своих проблем хватает, но тем не менее никуда не денетесь. Так время выбрало вас, как у нас говорят, и вы несете ответственность за Кавказский регион как лидеры. Я проинформировал о том, что происходит в нашем регионе в связи с конфликтом в Украине подробнейшим образом. Оценки, точки зрения у нас или близки, или совпадают. Нашу позицию вы знаете. Нам там непросто сейчас, но мы будем делать все, чтобы там был мир. И будем двигаться в этом направлении. И опыт Азербайджана послевоенного устройства здесь, мирного устройства, очень важен и для нашего региона.